Натуральный блондин. Доброе утро всем. Вот такой один. У нас сейчас даже не знаю сколько времени, но рано. И мы пьем чай. Мы, короче, завтракаем нашими блинами. Вот это то, что как они исчезают, а Луна катается отцу свою по стенам. И сегодня у нас какое? 15-е, 16-е? 16-е уже. Не, 16-е сегодня. 15-е я посмотрел сегодня, вот там да? Испугался. 15-е, значит, но я не верю я тебе. Я хочу погреть это. Нет, нельзя это греть. Я свою погрею тогда. Покушаю, да не надо. Нормальный человек. Теплую. Кто греет с кремом? Кто греет крем? Только я натуральный. Я уже в машине, и на улице невероятно холодно, еще холоднее, чем вчера. Сейчас минус 6, а чувствуется как минус 11, даже на погоде у меня пишут. И у нас пишут, что спущено левое колесо. Вот. Можно ехать максимум 50 миль, как я понимаю, или километров. Километров. 80 километров можно максимум ехать. Так, сейчас что? У меня задача номер один – это привести свое лицо в порядок. О, вот моя косметичка. На работе уже приехали, и любимый сейчас хотел выключить или включить этот, проверить, как горит наш плакат, потому что он выключается, брекер выбивает, и непонятно, короче, не работает. Я уже пойду внутрь, возьму свой компьютер и сяду за стол. Ребята, с нашего двора. Я зарядила полностью свой фотоаппарат, сейчас 100%. И сейчас мы выезжаем с нашего гаража, офиса, покушать. Что будем кушать? Буррито? Я хочу буррито. А я хочу кесадилью. Ну, я тоже кесадилью с тобой буду. Моя любимая. А, главное, я умею чалупу. Без чипотле или как там, джалапеньо, эти, как они называются, короче, острый соус, без него, чтобы он был не таким острым, потому что на голодный желудок острое, я вам говорила, что меня не вдохновляет. Сейчас у нас были наши друзья в гостях в нашем офисе, посидели, поговорили, и, кстати, да, я там наложила
налаживаю дела с Ютубом, с каналом, делаю там всякое. Так что да. И отвечаю на письма, сижу, обработала новый влог вчерашний день. Уже у меня позавчерашний влог уже давно на канале, вы можете увидеть новое видео. Сейчас, опять же, будет новое видео, наверное, уже завтра у вас, потому что разница во времени, опять же, здесь большая, и не получается так, чтобы, ну, для вас вовремя выходили эти влоги. Так что, да, надо будет как-нибудь созвониться в скайпе с нашими. Сейчас давно не звонили. И погода, кстати, радует. Когда выходит солнце, и настроение сразу меняется. Вот, вы видите сразу погоду, какая она. В отличие от вчерашнего дня, солнце помогает. Потому что вчера было так темно, и ветер, и... Короче, плохо. Так что да, мы едем кушать и позже включимся. Мы так быстро поели, что я даже не успела заснять. Полдвижения, как Шапика папа говорит. Ты уже прославился своей. Сейчас, чтобы не упали вы. Потому что, как всегда, в этой машине... Здесь такая песня. Падали, но поднимались. Ну все, падали. Ладно, выключаюсь, позже включусь. Все было вкусно, и мы наелись. Я просто удивляюсь, каждым разом все больше и больше дыма. И мы этим дышим, это плохо. Только что там было такое, выпустили пар такой, знаешь. Я в машине и хочу вам сказать, что мы сели в машину для того, чтобы поехать в Home Depot. Это такой вот сеть таких больших магазинов с запчастями здесь в Америке. И мы, что будем делать? Мы пойдем в раздел, где продается тоже гранит, как у нас, и будем предлагать людям наши карточки, так как еще у нас пока что веб-сайт не готов нашей компании, и навигации пока что нет. И то, что мы имеем, каких покупателей, это благодаря нашему расположению по хорошей дороге. То, что нас видят и заходят нам, вот все эти покупатели именно так, без навигации. А все прекрасно понимают, что сейчас мир без навигации — это не мир. И тем более здесь, в Америке, навигация очень много значит для людей. То есть любая компания здесь должна иметь свою навигацию, местонахождение в Гугле, чтобы любой человек мог добраться как-то до этой компании. Не столь важен веб-сайт, сколько сама навигация в Гугле, чтобы тебя показывала. И пока что у нас это в процессе, нам наш человек делает. Я занималась веб-сайтом, но отменили эту идею, и будем использовать одного и того же маркетолога для того, чтобы просто у наших всех компаний был один и тот же человек, который будет делать этот сайт. Конечно, я бы это смогла сделать, но уже как захотели они, так и будет. Потому что все же так будет удобнее. И здесь просто наш друг, я не хочу, чтобы он видел, что я говорю сама собой. Включусь позже к вам. Она любуется в зеркало. Боже мой, я красавец! Боже мой, нас кто-то догоняет!
как так может? Я белый, пушистый такой, побрился такой, помылся. Я готов к свиданию. Мы возвращаемся, но не одни. Посмотрите, какой цветок заполнил пол машины. Теперь мне приходится сидеть очень неудобно. Но зато будет красиво. Смотрите, это папоротник, и он как будто не настоящий. Даже листики как будто не настоящие. Уже позже я покажу вам его полностью. Но сейчас очень тяжело. Вот такой вот красавец папоротник. Теперь у нас будет жить вот здесь. И все это будет выглядеть вот так. Мне понравился, он даже не отличается от ненатурального. Такое ощущение, как будто это искусственный цветок. Я еще не знаю, как я умудрилась сломать вот этот ногти. Больно очень. Кто едет домой? Вот откуда ты взял это, ты думаешь? Каждый раз говоришь. Даже во сне, когда спишь, тебя будешь и говоришь, идем в кровать. А ты говоришь, ты думаешь? Да. Ой, открой. Сейчас надо поставить это. Коврик я беру с собой. И, кстати, начала новую салфетку. Уже завтра вам покажу ее. Вязать. Начала, имею в виду. Садимся. Ой, что-то так приближено. Отдалим. Любимый включает сейчас освещение для нашего плаката в компании. А я села в машину. На улице все холодно, но за счет солнца хорошая погода. Сонная такая. Сегодня очень много проблем на работе. Одену я очки свои. Как любимый говорит, что я в них похожа на пчелу. Много проблем сегодня. Такой день тоже не лучше, чем вчера. Потому что вот погода влияет на все. Вот это 90% успеха, если погода хорошая. Вот, вот такие танцы. Любимый устроил. Он закрывает двери везде. Смешной. Так что да, что еще могу вам сказать? Начала вязать новую вязку своей новой белой ниткой. Потолще взяла в этот раз нитку, не брала такую тонкую, чтобы не мучиться и зрение не мучить. Ту, которую тонкой ниткой я вяжу, я уже никак не знаю, как ее закончить, потому что там, во-первых, большая салфетка, а во-вторых, очень нудно, видно и крючок неподходящий для этой нитки, но я не могу, я вяжу со скоростью улитки эту нитку, она как волос, такая тонкая. У меня еще и зрение плохое, поэтому особо так, когда захочу, возьму, буду продолжать, пока не закончу, так, наверное, всю жизнь буду ее вязать, эту салфетку. А сейчас взялась побольше и взяла такую вот вязку, которая 3D, знаете, 3D вязка крючком, такая красивая получается, цветы красивые, мне нравится. Короче, конечный результат увидите. Да и завтра я вам покажу просто так, чтобы вы видели, что я там начала. Хочется кушать. Хотим сейчас заехать в Walmart и купить курицу. И дома сделать хороший салат такой, сытный. С брынзой, думаю, сделать. Ну, что еще? Вижу, самолет сейчас летит. Небо чистейшее, ни одного облачка. Хотя с утра было облачно. Я в шоке, давно не видела такое небо, чистое-чистое, ни одного облачка. И завод этот рядом прекратил работу, не так уже дымит, вообще вернее не дымит. Вот, сейчас я вам покажу. Вот оно, небо, смотрите, какое чистое. Вам видно? И вот завод остановил свою работу на сегодня. Так что да. Уже позже, когда будут какие-то изменения, включимся. Мы пришли с
магазина. Мы были сейчас в Walmart, купили что покушать и купили Pringles с сыром. Да. И еще я пью Mind and Mind. Made. Не знаю, как называется. Короче, сок вкусный, персиковый. Сейчас будем помять хотя бы чуть-чуть чипсов, потому что я уже умираю с голоду. Как они пахнут. Мы вчера смотрели, кстати, как они делаются. Это очень интересно. Очень там классные чипсы. На их вырезают не из картошки, а из теста. Я была удивлена, конечно, что они из теста сделаны. Да? Да. И получается так, что их прям выбирают самые ровненькие, да, чтобы зашли в упаковку. У тебя замерзли и яйца, и все замерзло, наверное. То чувство, когда на улице жопа. То чувство, когда на улице большая жопа. То чувство, когда на улице жопа. Ух ты, маленькая такая. Поставь чай. На улице ужасно холодно, а мы полежали, даже чуть-чуть вздремнули, и сейчас будем пить чай. Вот он чай. У меня с манго гринфилд, а у Вани с жасмином тоже гринфилд. Я не знаю. Завтра я буду сидеть дома весь день, стопудово. Узнаете завтра, что я буду делать и почему я останусь дома. И, кстати, я очень многое приготовила для офиса. Только завтра я не пойду. Ой, тихо, блин, напугал. А что ты в куртке? Мне холодно. Что? Я думала, он идет на улицу за моим компом. Твой компом уже давно компом. Дом. А что ты одел куртку после того, как пришел с улицы? Холодно после чего я пришел с улицы. А, понятно. Понимаешь логику? Я не оделся, когда вышел. Я оделся, когда зашел. Это как, хочешь, чтобы было на улице тепло, значит, батареи нужно ставить на улице. Держи свои, ой, спасибо тебе за булочки! Так что всем приятного чаепития. В чаю. Кто пьет чай? И в чаю там. Ну что, ребята, поставила я свой телефон, разряженный за весь день, на зарядку. Сейчас уже 11 час, почти 11 должно быть. И я уже полностью готова ко сну, я уже переоделась, умылась, помылась, уже постель расстелила и собираюсь спать. День сегодня был такой соу-соу, знаете. Надеюсь, завтрашний день будет лучше, поэтому всем желаю хорошего дня, хорошего времени суток, в котором вы сейчас находитесь, в котором. И до завтра.